А теперь уже пойдем тебе Пашке звонить. Привет, Пашка! Как у вас дела? Хорошо. Что случилось? Почему вы грустные? Я по вам очень скучаю, давно не виделись. Не грустите, Пашка, мы к вам совсем скоро прилетим. Да, мы обязательно к вам прилетим. Не грустите, мы тоже по вам скучаем. С нетерпением буду вас ждать. Пока, целую. Пока! Бедная Пашка. Да, она очень сильно по нам скучает. И мы по ней тоже сильно скучаем. Так, решено! Летим в Алмату! Да, нельзя так долго не видеться с бабушкой. Пойдемте маме и папе скажем. Да, идем. Мама, папа, нам надо срочно лететь в Алматы! Папа, быстрее купи билеты в Эрстане! Там бабушка скучает. Да нет, мы не можем полететь. Почему? Ну, у меня работа. А у вас школа. Мы не можем сейчас полететь, дети, простите. С чего это они вообще? Что ж нам теперь делать? Как нам теперь проведать бабушку? Девочки, у меня есть план. Мы купим билеты на свои накопленные деньги. А потом... тайно полетим в Алмату. Как мы купим билеты онлайн, если нужно платить картой? Тогда мы оплатим папиной картой, а ему оставим деньги наличными. Но нас же не пропустят, мы же дети. Тогда мы оденемся по-взрослому и будем вести себя как взрослые. Хорошо! Хорошо! Я скачала приложение Air Astana, и теперь мы сможем купить билеты онлайн. Заходим. Откуда мы летим? Москва. Город Москва. Куда? Алматы. Вылет 6 марта. Обратно. Все, билеты куплены! Ура! Пошлите собирать чемоданы и краситься! Летим к бабушке. Алло? Да, это Рамазан. Air Astana? Билеты? В Алмату? Нет, я не бронировал. А, погодите, погодите. Я, кажется, понял, в чем дело. Поедем на Аэроэкспрессе. Добро пожаловать в Air Astana. Ваши документы, пожалуйста. Спасибо. Будьте добры. Ваши документы. Ваши посадочные. Вы летите в бизнес-классе. Вау, бизнес-класс! Да, это посадочные бизнес-класса. Гейт номер 13. Ваши места 8A и 5-й ряд полностью.
Видите, как мы хорошо изображаем взрослых? Нам даже бизнес-класс предложили. Добро пожаловать в наш бизнес-лаунж, который находится прямо слева после паспортного контроля. Вау, у нас бизнес-лаунж, как круто! Приятного вам полета. Мы такие взрослые! Мина, мы такие деловые. Да, и у нас все так по-взрослому шикарно. Я теперь не боюсь взрослой жизни. Ух ты, сколько здесь вкусняшек. Вот видите, как мы классно изображаем взрослых. Да, здесь так вкусно. А нам не пора на посадку? Слушай, вы побежали. Вау, классно в бизнес-классе. Я сейчас закажу много шоколадок. Ты что, мы же типа взрослые. А взрослые не едят шоколад. А, точно, точно. Дорогуша, можно мне, пожалуйста, черной икры? Рыжан, хватит баловаться. Рыжан, ты желаешь поужинать? У нас сегодня в меню цыпленок бриани с рисом, рыба дорадо с овощами и кофте по-турецки. Можно мне рыбу с овощами? Мне, пожалуйста, курицу. Рыжан, дай. Пожалуйста, еще что-нибудь желаешь купить? Ну, пока что ничего. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста, приятного полета. Ну-ка сядь и не балуйся. Разве так я вас воспитывал? Мам, это вы? Ну, конечно, это я купил билеты. У вас не получилось. Там нужно специальный код вводить. Ура, мы летим вместе. Мама с папой тоже летят. Приятного вам полета и мягкой посадки, девочки. Только не балуемся. Наконец-то. Теперь я могу заказать шоколад. Амина, смотри! Амина, пожалуйста, дорожный набор. Вау, спасибо! Это режиссер. Ружан, пожалуйста, дорожный набор. Он называется «Фокусник». Там внутри много всего интересного. Спасибо. Пожалуйста. Это какое-то письмо. Так, посмотрим, что вот здесь.
Ух ты, смотри, Арушка!